Всех приветствую, с вами Android Androidage. Опять для вас приготовил топ-3 Android игр. И первая игра у нас называется Amazing Katamari Damacy. Она представляет себя бесконечно ранее. Она была создана по одноименной игре, которая была выпущена еще в 2004 году на платформе PlayStation 2. И по сюжету вы играете за молодого принца, который получает задание от своего отца восстановить случайно уничтоженный космический объект. И он перемещается по поверхности шара, собирает различные вещи, которые образуют большой здоровый шар. Эта игра является не исключением. Мы также перемещаемся, только уже все время вперед. В игре присутствует симпатичная графика, она бесплатна и на английском языке. Но, к сожалению, она недоступна у нас еще в России, поэтому, возможно, позже появится. Помимо этого, в игре, как всегда в таких играх, присутствует донат. Короче, если вам нравится раннер, то эта игра для вас. А мы идем дальше. 4x4 Off-Road Parking Simulator – это симулятор гонок на Android. В ней вы будете кататься на различных автомобилях на различных трассах. Всего в игре 15 различных транспортных средств, которыми вы будете управлять. Более 75 миссий и очень симпатичная графика. Вы получите реалистичный опыт от управления разнообразных транспортных средств. Будете гонять по рекам, холмам и пытаться как-то доехать до конца. Поэтому, если вам нравятся такие гоночки, то эта игра для вас. А мы идем дальше. Auralax Constellation – это стратегия на Android, в которой вы возьмете под свой контроль управление огромной планетой. И ваша основная задача – это путешествовать по огромной галактике, исследовать эту галактику и завоевать другие планеты. Вы сможете улучшать свою планету и становиться еще сильнее. И вам придется сразиться со многочисленными планетами, которые встретите на пути. Помимо этого, в игре присутствует возможность сыграть с живыми игроками. Присутствует локальный и онлайновый мультиплеер, где вы сможете доказать, что вы сильнее всех остальных. В одиночном режиме присутствует более 150 миссий, которые вам придется пройти. Поэтому создавайте непобедимые альянсы со своими друзьями и сражайтесь с ним бок о бок. И получайте различные награды. Также повышайте различный рейтинг. Графически игра сделана достаточно симпатичной, хоть не обладает трехмерной графикой. Ну вот и все игры, которые я хотел вам сегодня показать. Надеюсь, вам что-то понравилось. А если понравилось, обязательно поставь лайк. А с вами был незабываемый Android Androidage. До скорых встреч!